немецкий съемник, он имеет пружину. Но пружина забирает место, поэтому ход короткий. Вот. Поэтому в этом съемнике мы вытащили пружину для большего хода. Вытягивать сейчас будем вот такой замок навесной с таким ключом. Саморез берем самый тонкий. Это саморез для съемника специальный, самого тонкого диаметра. Ну, соответственно, он самый слабый, но для такого замка, я думаю, он пойдет. И сам замок сейчас мы просто попробуем на прочность гидравликой.